победой. Вообще, твоя версия того, что случилось во втором периоде, уже многие сказали, вот тебя хочется послушать. Спасибо. Ну, мне кажется, просто автомобиль, может, чуть-чуть подустал где-то. Вчера играли, в принципе, поздно, отдыха на времени мало было, поэтому мы чуть-чуть добавили, там, большинство забили сразу, потом опять большинство, поэтому так все удачно для нас сложилось, так сказать, поэтому, наверное, и у нас залетало практически все. Можно сказать, что взаимодействие все лучше и лучше в вашем звене? Да, я бы не сказал пока так, еще рано говорить, ну, с более сильными командами проверять, поэтому посмотрим дальше. Я прав или не прав? Мне показалось, вот когда я увидел твою реакцию после четвертого гола, твоего второго гола в матче, что тебе он больше всего понравился. Тебе как, ты как-то так отреагировал сам, как будто тебе вот именно этот гол больше всего приглянулся. Ну, понравился, да, конечно. Не, туда, в принципе, бросал, но не думал, что попаду, поэтому улыбался. Ну, вообще, что можешь сказать о том, как команда готовится, да? Сейчас какой уже этап? Вы уже тактику отрабатываете или все-таки вы пока еще из-под нагрузок не вышли? Ну, у нас, в принципе, были сначала нагрузки, потом тактика, поэтому сейчас чуть-чуть отходим от нагрузок. Больше, естественно, тактики где-то через игры набираем форму, так сказать.